детские сады, искусные ходы, полуправда змея под вуалью розовой мечты. Цепь осознания добра и зла, нет страшнее беды, в нее закован я и ты. Райские сады, искусные ходы, полуправда змея под вуалью розовой мечты. Цепь осознания добра и зла, нет страшнее беды, в нее закован я и ты. В моих иллюзиях шахматное поле, фигуры переставляли не люди руками, а невидимые силы. У фигур отняли осознание главной роли, поэтому сторона квадрата равна для пешки и для короля на престоле. Людской разум — это шахматное поле. Звенья осознания добра и зла заключили фигуры в неволе. Для совершения шага любой из них ими установленный канон. Шаг за белыми, рождающий стон. Ева от Адама зачала, а Каина родила. От Господа я человека приобрела. Второго родила его брата Авеля, который был пастырем овец, а Каин был земледелец. Спустя немного времени принес Каин от плодов земли дар для Господа. Принес Авель от первородных животных из своего стада. Всевышний обратил внимание на Авеля и его дар, а на Каина в дар остановленным не оказался взор. Почему ты огорчился? Лицо поникло от чего? Делая добро, почему не поднимаешь его? Если не делаешь добро, то грех у дверного порога влечет к себе. Но ты господствуй над ним, таковы слова Каину от Бога. Каин, в свою очередь, брату своему пересказал. И когда были в поле они, на Авеля восстал и убил. Где Авель, брат твой? Случайно не знаешь, разве я брату моему сторож? Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Пролитая кровь от твоей руки, уста ее отверзли. Возделывать землю ты будешь, когда она не станет более отдавать свои силы для тебя. С скитальцами и изгнанником ты будешь на земле всегда. Никогда не говори никогда. Полуправда змея под вуалью розовой мечты. Цепь осознания добра и зла, нет страшнее беды, в нее закован я и ты. Райские сады, искусные ходы, полуправда змея под вуалью розовой мечты. Цепь осознания добра и зла, нет страшнее беды, в нее закован я и ты.